Досить часто після свят ми відчуваємо якусь розбитість, хондру. Ми не можемо сконцентруватись, повернутись до повсякденних справ. Мене звуть Оксана Клочко-Макаренко, і я хочу поговорити з вами сьогодні про післясвяткову хандру. Действительно, после праздников нам бывает очень тяжело вернуться к нашим повседневным делам. У нас теряется концентрация, у нас теряется мотивация, нам сложно войти в режим, нам сложно приходить на работу вовремя, нам сложно выполнять тот объем работы, который мы выполняли раньше. Для того, чтобы постепенно ввести свой организм в это производственные наши будни, для того, чтобы это не было стрессом ни для вашей психики, ни для вашего тела, подстройте свой график таким образом, чтобы после новогодних или других праздничных каникул, например, после отпуска, вы вышли на работу не в начале рабочей недели, а в середине или даже ближе к концу. Таким образом, у вас ваша психика не будет чувствовать эту глобальную рабочую неделю впереди, для нее не будет вот ощущения этой напряженности и огромного вороха дел, которые необходимо сделать. То есть это не будет вас морально угнетать, вам будет немного проще. Тем более после пары рабочих дней у вас опять будут выходные, то есть и постепенно вы сможете войти в свой привычный график. Постарайтесь в первый день не нагружать себя какими-то, огромными там, тяжелыми плановыми задачами. Делайте то, что вам нравится, то, что удается вам легко. То есть не напрягаясь, постепенно вводите себя в этот режим. Возможно, стоит пообщаться с коллегами, рассказать им о том, как вы провели эти праздники, поделиться какими-то впечатлениями, веселыми историями, показать фотографии, похвастаться подарками, если они были. То есть немножечко окунуть себя еще в эту атмосферу праздника, который недавно прошел. А в обед побалуйте себя какой-нибудь вкусной едой, которая порадует ваш организм. Начните Новый год с планирования. Продумайте какие-нибудь новые графики для себя, новые дедлайны, которые вы сами решите для себя выстроить. Пройдитесь по офису, поменяйте все старые календари на новые. Займитесь какой-то маленькой перестановкой. Сделайте что-то такое, что отграничит прошлый год от этого. Во время обеденного перерыва постарайтесь выйти на улицу. Получите немножко естественного света. Это поможет вам поднять настроение и увеличит вашу работоспособность. Ну и в целом улучшит ваше эмоциональное состояние. Не задерживайтесь первые дни на работе. Не нужно перерабатывать. Лучше вернитесь домой пораньше и проведите время с семьей. Я желаю вам веселых, радостных, теплых, уютных праздников. А в новом году новых перспектив, новых задач, новых успехов, новых достижений, новых целей, новых сил и новых людей, которые будут рядом с вами долго. И помните, что никогда не поздно стать тем, кем ты всегда мечтал.